Посмотрите, как у нас выглядит центр города. Сейчас вот смотри, центр города. А там с той стороны театр оперы, знаменитый наш. Видишь? Еще другие места есть. Вот центр города. Еще пятый и шестой слайд. Вот центр города. О чем мы говорим? Вот туда туристы пойдут, сфотографируют, покажут по всему миру. Лицо, говорит, помыли, а задница вся дырявая. Смотри. То есть давайте работать глубже. Если надо, надо специально выделять средства, Бахчан, и навести порядок. Именно сейчас есть возможность под экспорт.